Здрасте, дамы и господа, меня зовут Димка, и мы продолжаем играть в игрушку The Walking Dead, ходячие мертвецы. В предыдущей серии мы закончили прохождение первого эпизода, все закончилось, ну, такое себе, конечно, но мы продолжаем уже во второй эпизод. Я все-таки жажду отомщения вон тому дедану, который возомнил себя доморощенным капитаном Шепардом. Сегодня я его, надеюсь, я его попущу, либо я приближусь к этому. И, кроме того, надеюсь, с Карли все будет в порядке. Ранее в «Ходячих мертвецах» сожрали пацанов всех. Я знаю, кто вы. Я тоже знаю. Берегись, братишка. Это тот самый полицейский, который Курт Кобейнулся, я ему жестко помог. Блин, парни расхлестались очень жестко. Ли повредил свою ножку, но все у него нормально. Через это все сама прошла? Конечно, хочу, чтобы родители вернулись домой. Следи за парадной дверью, ты у нас часовой. Дак, это мой конкурент, который откис. А Карли я пытаюсь подкатить. Та самая тянка. Понятно, босс. Не босс он тебе, это я босс. Все, это пацана покусали, который в грязный был. Из-за этого челика чел быканул. Сукин сын, одного укусили, мы ему покажем. Вот что я думаю. Так, уходим. Мы спасли тяночку. А, пацаном пожертвовали. Ну ничего, нормально, бывает. В жизни огорчение, как говорится. Боже мой, мне плевать на то, что случится с тобой. Но если что-то случится с моей дочкой или девочкой, которая пришла с тобой, тогда тебе конец, блин. Слушай, дед, это тебе хана, понял, если ты там что-то быканешь? Почему я ему не угрожаю? Ключевое значение в этой серии игр имеет сделанный выбор. Сюжет развивается от ваших действий. Нормально. Всем довольны. Мы же куда-то в отель переехали, по-моему. Telltale Games представляет. Е-бой. Чё там у нас, пацаны, где продолжение-то? Совместно Skybound Entertainment. А, мы чё, на охоту пошли, что ли? Или чё? Ли, аккуратнее, там могут быть жуки, пауки, клещи всякие. 3 месяца спустя. А, вот тут челика уже. Мой знаменитый топор. Головешек полон двор, всё нормально. Попущен ещё один челик. Так тут уже активная борьба идет. Это что за снайпер? Черт возьми. Что они на этот раз поймали? Похоже на кролика. Как они кролика поймали? Еще один обед пропал зря. Эти зомби, они ходят такой как? Заяц, быстрее. Все еще не могу поверить, что за эти 3 месяца мы съели все, что было в магазине. Казалось, там было много еды. Может, тебе не стоило было дверь открывать? Ага, только я мог бы уже сам стать едой. Поверь, я ни о чем не жалею. А, это магаз этого челика был. Кроликом не пообедаешь, Марк. Но я бы и на это согласился, мы все голодны. Кроме шуток. Так нифига 3 месяца уже продюжили, пацаны. Когда я случайно сделал движение в сторону еды накануне, думал, Карли мне руку оторвет. Мы все на взводе. Просто не надо наезжать, да-да-да, потому что я к ней подкатываю. Ага, ты прав. Если б я знал наверняка, сколько у нас осталось еды. Да блин, тебе Лили надо спросить. Мы справимся. Может быть. Знаешь, не всем нравится, как Лили справляется с раздачей еды. Лили знает, важно, чтобы взрослые ели и работали. Иногда это значит, что кому-то придется не поесть. Думаешь, Кенни повезет больше, чем нам здесь? Очень надеюсь. А где этот Кенни, усатый тип, который меня спас? На фоне недостатка еды, и при том, что Кенни и Лили все время... Напряжение, короче. Знаешь, Кенни поговаривал об отъезде, если сможет отремонтировать фургон. Кенни нас не бросит, блин. Не бросит он нас. Он хороший человек. Нормальный тип. Увидим. Не могу его винить. Ты слышал, как Ларри на него вчера накинулся? Что со стариком вообще происходит? Кого этот Ларри? Его надо самого прокинуть. У него к тебе много претензий. Это у меня к нему претензии. Он еще быкует там дальше. Так, старый дурак-расист. Вот кто он. Вот кто он. Старый дурак-расист. Вот и все. Но ему придется через это переступить и найти способ выполнять свою часть работы. Есть у него проблемы с сердцем или нет, мы должны все искать жрачку. А, он еще жратву не ищет. Он ходячая машина для забивания свай. Знаю точно, не хотел бы я оказаться с ним запертым. Разве он тебя не ударил в лицо? Он меня просто вырубил. Так он реально здоровый какой-то, дедан еще на сердечко что-то жалуется. Ничего, вон птичка наша подъехала. Хавка, пацаны. Ну-ка, подстрели ее с гана, с мелкашки. Так, пошел, в атаку. Так. Стреляй!
Ребята, вы давно хотели закупиться как следует в Steam играми, но вы не знаете, как пополнить баланс своего аккаунта? О нет, я не знаю. А для этого есть специальный сервис steamcopycode.com, с помощью него вы сможете просто дешево и безопасно пополнить баланс своего аккаунта. А также через этот сервис вы сможете приобрести игры, недоступные в РФ. Данный сервис имеет самую низкую комиссию на рынке, а мой промокод Маневрик снижает комиссию пополнения на 2%, а также дает скидку 10% на покупку игр гифтом. Допустим, я хочу пополнить баланс своего аккаунта Monver, вот сколько у меня тут, 1600 тенге находится. Все, что вам нужно для пополнения, это указать свой логин в Стиме, выбрать валюту, которая придет вам на аккаунт, в моем случае это тенге, применить мой промокод Manover, а также пополнить, и баланс на моем Стиме реально пополнился. Ого, ничего себе. А если вы хотите пополнить баланс зарубежного аккаунта, вы сможете это сделать через подарочные карты Steam, которые есть на этом сервисе. Ну и все так просто, ведь Купикод — это целая экосистема, где развивают честность и лояльность по отношению к каждому клиенту. Ссылка на данный сервис будет в описании. Всем удачи. Стреляй! Сейчас нужно что-нибудь взять. Ну-ка, убей ее. Убей. Давай. Ну стреляй, ёпта. Ну ты косоглазый пацан, у тебя даже очки есть. Ой, кто-то заорал. Чёрт, это Кенни? Не знаю, ну же. Кенни, мы идем, пацан. Сейчас, подожди. Сейчас проработаем, главное не запнуться и ножку не повредить. Иначе будет плохо. Так, парни бегут. Чё там, кого происходит-то? Чё там, fight or flight, или что там написано? Бойся или улетай. У челика написано. Кто там орёт? Кто это? Что это за хрен вообще? Какие-то челы из универа. Помогите. Блин, чел в капкан попал. Господи боже. Вот дерьмо, пожалуйста, не убивайте нас. Мы просто хотели помочь учителю. Мы уйдем. Ли, вы в порядке, пацаны? Снимите его, ёпта. Трэвис, может быть, мы можем помочь? Это могут быть те пацаны, которые напали на наш лагерь. Мы еле выжили тогда. Чё, мы ничего вам не сделаем. Чё случилось-то, пацаны? Самый тупой вопрос, который можно задать. Мы пытались быть осторожными, но... помогите. Да у него ножка. Ли, это полная хрень, мы должны им помочь, пожалуйста. Бен, заткнись. Мой отец был в спецназе, я знаю, что я делаю. Может, вы можете его вытащить? После этого можете нас бросить, мне все равно. Пожалуйста, помогите. Так, ну давайте попробуем. Должны его отсюда забрать. О боже, спасибо. Отлично, но надо спешить. Так, давайте, пацаны, пока он не разорался, этот чел. Несмотря на то, что мы с Гана стреляли, вон там зомби ходят. Ли, капкан переделан, тут нет отпирающего механизма. Походу придется ногу рубить, у меня как раз топор есть. О нет. Зомби повсюду, пацаны, нужно принимать выбор. Черт, ходячие, сейчас или никогда, Ли. Прошу, вытащите меня отсюда. Марк, отведи пацанов назад. Кенни, не подпускай ко мне ходячих. Так, походу придется отрубать. Отрубай, короче. Этого просто не может быть. Короче, давайте цепь сначала срубим. Нет, цепь мы не срубим этим топором. Короче, назад. Это не поможет. Короче, ногу рубим. Ногу, пацаны. Выхода нету, мужики. Самый тяжелый выбор. О боже. Идем. Мы должны это сделать. Нет. Попробуйте еще раз капкан, чего угодно, пожалуйста. Все, пацан, поехали. Ёпта, блин. Ебай, жестокость. Отойдите от экрана, пацаны. Как же ему плохо. Черт, я впустую трачу патроны, мы должны уходить. Подожди, ножку, раз уж начали, надо доделать. Еба, ужас какой. Фу, бля. Я почувствовал это. Ли, труп. О, бля. Еще. Ой, ёпта. Обработать? Так он сейчас сознанку. Он сознанку потерял, да. О, боже. Вы освободили Дэвида. Черт, он что? Он отключился. Надо прижечь. Короче, неважно. Если он жив, похватайте его и пойдем. Блин, пацан без ножки остался. Ну что, пора выбираться отсюда. Так он сейчас кровь потеряет, алё. Они перевязали, все хорош. Все, вопросов нету. Выходим тогда. Зато он живой будет. Позади. Трэвис! Нет, нам нужно идти. Че ты там блевал ходил? Ну и хрен с тобой, твои проблемы, пацан. Неженка, блин, обблевался. Ну и сиди тогда теперь, будешь хавкой. Вообще не жалко этого балбеса. Заблевышь. The Walking Dead. Не жалко пацанов, которые сблевали. Надо было быть пожестче просто. Мотель-путешественник. Мы все еще там. Во, работает, дядька. Второй эпизод «Жажда помощи». Давай, работай, блин. Солнце еще высоко. Как приятно видеть его за работой. Хотя бы он что-то делает. Что-то Клементине взгрустнулось на чужбине. Пацаны рисуют этот, блин...
бригадир, которого на ремни пустить надо было. Дочь наблюдает этого старичка. Ну, все в порядке вроде, да? Че, закончил работу? Поработал? Хорош. Так, пацаны, мы тут принесли еще одного. А они сказали, что у них база была, это может быть опасно, кстати. Сейчас, может быть, кто-нибудь к нам придет, еще у нас еще и жратвы не хватает. Надо было ножку-то забрать с собой. Странная шутка, да? Тихо, Клементайн. Подожди, там кто-то есть. Тихо! Да тихо ты! А! Кто-то анекдот рассказал. Тихо, пацаны. Батя затаился. Да там мы идем, это 100%. Куда бы нам было еще идти? Открывай ворота, у нас раненый! Блин, дерьмо, чё они нафиг делают? А нам и так жрать нечего, мы еще спасаем людей. О боже. Мы приволокли еще пацанов. Кто это вообще нахрен такие? Некогда объяснять. Ли, ты в порядке? Грузи его в грузовик, посмотрим, что можно сделать. Кэт, можешь починить его? Я не знаю. Ли! Ли! Чё за херня? Вы не можете приводить сюда новых людей? Вы о чем думаете вообще? Так, другого мы оставили. Там был еще один чел. Мы оставили чела. Другого мы оставили. Другого, господи, Ли. А если их еще больше? А если бы они пошли за вами? Никого там больше не было, только мы. Откуда ты знаешь, что он не врет? Ну давай, дядя, ударь его тоже. Постойте, мы даже не разговаривали с ними. Может, они будут полезными? Ну же, Лили, это люди. Пытаются выжить, как и мы. Мы должны держаться вместе, чтобы выжить. Ты здесь только потому, что у тебя была еда. Достаточно еды для всех нас. Но она почти закончилась. Осталось на неделю максимум. Я так понимаю, у тебя больше нету продуктового магазина при себе. Нету? Ладно, ребята, вы сами разбирайтесь. Добро пожаловать в семью. Добро пожаловать, парень. Это как клан Сопрано, блин. Иди посмотри, что я нарисовала. Нет. Иди лучше посмотри, значит, тебе дядя пизды даст вон тут. Черт побери, мы и сами можем принимать решение. Ты тут не диктатор персональный. Нечего закатывать сцену. Вечно мы между собой отношения выясняете. Я в этом не участвую. Карли, подожди меня. Послушай, я не просила делать меня руководителем. Все были довольны. Кенни прав. Кенни прав, нужно оскорбить дочурку вот этого бати. Кенни прав. Кенни прав. Кенни прав. Ты руководишь раздачей еды, составляешь графики, но ты не распоряжаешься жизнью каждого. Правда? Тебя там не было. Ли сделал выбор. Конечно, я ножку там срезал, пацану. Когда Катя подлатает этого мужика, можешь их отсюда выгнать. Отправишь их одних, мне все равно. Заслуживают хотя бы шанса на выживание эти пацаны. И на заметку, Кенни хотел оставить этих людей. Если Кенни на 5 секунд вытащит голову из задницы, он поймет, что я принимаю решение, чтобы защитить его. Да нормально все. Нам просто не хватит еды. Да пацаны, сожрем того пацана тогда. Не вижу, чтобы кто-то из вас выбрался принимать решение. У моей девочки болсы больше, чем у вас. Почему бы тебе не помочь Марку со стеной? Да, батя, иди-ка ты нахер отсюда. Стоять, ковбой. Иди, блин, и так большой мужик. Энергии хватит заборы колотить. Знаешь что, если у меня плохо получается, сделай сам. Слушайте, не быкуйте, короче, дай пожрать шоколадку. Это вся еда, что у нас есть на сегодня. Тебе решать, кто ее поест. Не, я серьезно, возьми еду и раздай ее. Сразу поймешь, когда еды не хватает на все. Да вообще не вопрос. Давай я раздам сейчас. Смотри и учись, как я делаю. Твой батя, во-первых, не получит еды. У вас есть всего 4 продукта питания на 10 голодных человек. Да я уже знаю, кто не будет жрать сегодня. Вообще нормально. Во-первых, я поем. Во-первых, я поем. Во-вторых, батя не поест. И дети поедят. И Кенни поест. Все, я уже распределил. Я распределил. А новенькие не будут жрать, потому что мы и так из-за них рисковали. Так, все, пацаны, давайте распределяем снеки или что это соусы от пиццухи, что ли? Так, короче, во-первых... Так, дети... Как поживаешь, Клементина? Нормально. Где твоя кепка? Не знаю. Поможешь мне ее найти? Да ё-моё, ладно, помогу я тебе. Конечно, когда ты ее потеряла? Она была у меня пару дней назад. Если я найду, я обязательно тебе скажу, обещаю. Спасибо. Ладно, Клементина, мне нужно кое-чем заняться. Может, ты пока поиграешь с Даком? Хорошо.
Короче, не, я еще проще понял. Вот этот бригадир задавил тогда чела на тракторе. Короче, жрет клементины, во-первых. Так, еды и кушать, девочка. Кушать. Вот возьми, тебе нужно поесть. Отдать пол яблочка, кусок вяленого мяса, дать крекеры и сыр. Мясо мужикам. Ей хватит, блин, я не знаю, крекеры сожри и сыр. Хорошо. В следующий раз лучше мороженое с фруктами. Ты давай-ка не юмори, блин, здесь. Я запомню это. Если у тебя есть еще еда... Гад, блин, Дак тоже голодный. Когда мы поедим? Никогда, ты задавил человека. Так, это, во-первых, Кенни пожрет... Так, погоди, кто у нас еще есть? А, подожди. Вот это... Черт возьми, доски можешь придержать? Я стараюсь. Я не осознавал, что я уже настолько ослаб. Чё тебе надо? Порцию? У меня в кармане 60 центов. Может, уже заткнешься и перестанешь быть таким слабаком? Так, рот закрой, Боров дырявый. Так, короче, Марк, ты был с нами в вылазке, и ты хороший снайпер. Тебе надо покушать, чтобы прицел стоял нормально. Марк, держи, поешь что-нибудь. Так, как он нам магазин целый отдал с едой. Кусок вяленого мяса, пацану. Щедрый подгон. Спасибо, Ли. Пожалуйста. Нужна помощь со стеной? Нет. Вообще-то, нам бы пригодился твой топор, если ты не против, если ты, мы его возьмем. Да, дай-ка топор на минутку. Слышь, дядя. Отдать топор Марку. Ларри, отойди в сторону, Ларри. Марк, это тебе поможет. Спасибо. Эй, я тут всю работу делаю, и ты даже не подумал дать топор мне? Пошел в жопу, ты меня чуть не убил. Пес дырявый. Быть расистом уже не модно, дружище. О, ты так думаешь? А, он еще все еще в 60-х живет, походу. Ты ж, дядя, иди в жопу. Ты ему это сказал? Да, это я ему сказал. Да, правильно. И что ты сделаешь? Я тебе дам пиздюлей. Послушай, мне все равно, что там, но вы двое должны начать нормально общаться. Я должен только свою дочь защищать. А сейчас мне нужно отремонтировать эту чертову стену. Буду благодарен, если вы двое заткнетесь и дадите мне поработать. А мы, короче, мы его сейчас голодом заморим, подождем, пока он ослабнет, и потом нападем на него с Марком. И все будет нормально. Как говорили, что этот чел просто нас кулаком сносил одним. Осталось два куска еды. Так, короче, новенький не жрет. Так, два куска еды. А на меня? А я что буду есть? А... Так я выбор свой сделал. Короче, Кенни жрет и Карли. Все, блин. Так, Кенни. Потому что он был со мной. Хочешь похавать? Че? Пол яблочка. Вот, Кенни, возьми. Как насчет пацана? Он получил еду? Ой. Нет, еще он не получил. Приходи, когда дашь пожрать моему пацану. Хорошо, Кенни, это был твой выбор. Я тогда даю еду пацану. Кенни отдал тебе еду. Хотя я тебе не хотел давать ее. Так, на пол тебе яблоко, держи. Жуй. О, да, яблочко! А есть арахисовое масло? Нету. Ты как думаешь, Дак? Нету по-любому. Вряд ли. Нету ни хрена. Остался один кусок еды. Оставить последнюю еду себе? Или оставить еду кому-то другому? Блин, как же тяжело, пацаны. Как же хочется кушать. Блин, надо было бы Карли, конечно, дать еду, но я не такой уж подкаблучник, поэтому я оставлю еду себе. Мне нужно поддерживать силы тоже. Вот так вот, все. Мужики только едят сегодня. Женщины... У них и так, они постоянно и так шоколадки едят всякие. У них запаса должно быть еще. Непростая работенка, да? Да. Карли, извини, но мне надо похавать. Ладно. Я знаю, что ты еще со мной осторожничаешь. Она все еще помнит, что я ей не доверяю. Я тебе не завидую. Где ты берешь силы делать это каждый день? У меня нет выбора. Ли. Кенни, я знаю, у меня заканчивалась еда и раньше. Сделать выбор нелегко, но ты позаботился о детях. Так поступает настоящий мужик. Спасибо, Кенни. Все. И все же, думаю, не все будут рады нашему выбору. Да мне насрать. Больше ничего нет? А где моя еда? Ну у тебя вон жира сколько, дружище. Продолжай дальше так относиться к людям, скоро дни в этой группе будут сочтены. Тебе ли говорить, старик? Не вижу, чтоб ты работал над этой стеной. Мы на охоте были, Додик. Иди домой, блин. Балбес, как же он меня раздражает, этот дед просто хрыщ. Кен Ли, подойдите, ПЖ. Чё там кого?
Он не выжил, да? Он потерял слишком много крови. Да, ё-моё. Меня начинает от этого тошнить. Кен, вернись, да ничего. Да мне это тоже надоело. Думаешь, мне нет? Может быть, это к лучшему. Мы уже с трудом можем прокормить собственных детей даже. Нормально. Тот человек, которого ты привел, я пыталась, но у него не было шанса выжить. Ну, по крайней мере, возиться с ним не придется. Так, погоди, он сейчас превратится. А второй пацан... Лили хоть... Ох ты ж, ёпта! Я ж говорю, он превратится! Я не успел ответить даже, что насчет второго пацана. И говорю, это вот... Топор скорее, топор! Топор сюда, блядь! Слышь, дядя, я тебя спасал только что! В башку я бортик его, туда его, туда его. Туда его, угомонись. Давай, 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 давай. Забивай, да. Да ты только что похавал, черт, застряла. С ноги, с ноги, с ноги. Пошел нафиг. Да блин, Марк, да достань ты уже топор, блин, да убей ты этого деда. Используйте клавишу назад, чтобы убежать. Я бегу, я бегу, я бегу. Ля, он хочет мною завладеть. Нет, не получится. Отстань, ПЖ. Давим глазки. Пошло. Стреляй, Карли. Она меня спасла второй раз. Что за чудо-женщина? Просто... Любовь forever, как говорится. Вот так вот. Блин, эта женщина спасла меня второй раз. Зачем ты его сюда привёр, дурак? Батя, успокойся. Из-за тебя мы все погибнем. Да заткнись ты, а! Почему ты не сказал, что его куснули? Его куснули, а ты словечко даже не сказал. Но его не кусали, я клянусь. Так твой неукушенный друг ожил и пытался мою жену убить. Что? Погодите, вы не знаете? А, так они после смерти они восстают. Это типа заразный вирус какой-то. Дело не в укусе, в фильме была такая фигня. Люди превращаются в ходячих, и неважно, как они умерли. Если не уничтожить мозг, всегда происходит так. Так будет со всеми нами. Да ёпа, господи, помоги. В этом есть смысл. Первые дни это так быстро распространялось. Жертвы автомобильных аварий, самоубийцы, все превращались в ходячих. Я впервые это увидел, когда мы все прятались в спортзале. Все думали, что там безопасно, но одна из девочек, Дженни Питчер, кажется, не выдержала всего. Она приняла таблетки. Да хренище. Вот паскуда, а. Вот дура. На следующее утро кто-то пошел в женский туалет и, о боже. И она превратилась, да? Назад! Кто это такие? Карли, блин, вообще просто героиня. Стой, дамочка, успокойтесь. Мы с братом просто хотим... Не могли бы вы нам помочь? Пошли нахер. Так. Так, 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 вы вооружены? Да. Для самозащиты. Да это... Он похож на мафию на какую-то. Мертвецы могут быть где угодно. Я думаю, вы здесь контролируете ситуацию. Слышь, они похожи на мафию. Зачем вам Бенз? Наше жилье защищено электрическим забором. Генераторы производят электричество. Наши генераторы работают на бензине. Послушай, у нас молочная ферма в нескольких километрах вверх по дороге. Согласитесь опустить ган? Можем договориться об обмене. Как у вас дела с едой? У нас на ферме дохерища еды. Че-то ты мне врешь, слышь? Они выглядят как Russian Mafia. Я пойду с тобой, я тебя прикрою, если что-то пойдет не так. Ну-ка, пойдем посмотрим. Че вы все думаете? К черту, мы останемся здесь, или ладно, мы пойдем на ферму. Блин, какой тяжелый выбор, слушай. И че, нам сходить на ферму, может, посмотреть, что у них там происходит? А вдруг они нас в заложники возьмут? Блин, я не знаю. Ладно, пойдем сходим. Договорились. Мы захватим на ферму чуть-чуть бензина. Замер вы дадите нам еды на обратную дорогу, а там посмотрим. Вроде честно. Литров 8 хватит, чтобы наши генераторы поработали какое-то время. Кого он? Что-то темные, по-моему, пацаны какие-то. Ну, мы сейчас проверим. На ферме у вас правда жрачка есть? Конечно. Мы потеряли почти всех коров, но у нас на складе есть еще много молока, масла, сыра. Мы выращиваем овощи, поэтому еды у нас много. Давай, давай, не завирайся, парень. Приятно на время уйти из мотеля. Противостояние Лили и Кенни начинает надоедать. Лично мне было бы легче, если бы вы брали на себя больше ответственности. Может быть, мне возглавить группу? Ты думаешь, хочешь, чтоб я руководил? Конечно, тебя все уважают. Ну, не знаю, не все.
Не все думают, что мне можно верить из-за твоего прошлого? Кто-то еще знает? Ларри что-то знает, по-моему. Ларри знает. Ларри знает. Отлично, должно быть это нелегко. Да придется от Ларри избавиться. Клементина может знать. Она присутствовала при нашем разговоре в аптеке и спросила меня об этом. Я ей соврал, но... Что на самом деле случилось с сенатором? Так. Это был несчастный случай. В смысле, я, конечно, знал об интрижке, но иногда я думаю, нужно поговорить об этом с группой. Да и не надо. То, что было до того, все как все началось, уже не имеет значения. Не уверен, что все так считают. Может, ты и прав. Послушай, за свою жизнь я делал репортажи о самых безумных случаях. Я сотни раз видела ситуации, подобные твоей. Ты не стал после этого плохим человеком? Я очень благодарен за это. В смысле, слава богу, что Ли появился в такой момент. Так ведь, Ли? Почему нам не расскажешь чуть больше, Ли? Откуда ты? Да блин, я из Мейкона, пацаны. Прямо здесь, сердце Джорджии. Мне это нравится. Вы, кажется, надолго устроились в мотеле. Кто у вас всем заправляет? Че ты там выясняешь, слышишь? Я заправляю. Я главный. Если у вас есть вопросы, обращайтесь ко мне. Все, во, Карли одобрила. Хорош. Сколько у вас там человек? Так, ты давай-ка, Вася, это... Ну, парень к нам присоединился совсем недавно, но еда нужна нам всем, очень нужна. Так что все. Ну, взаимовыручку. Мы будем рады видеть на ферме всех вас. Как я уже говорил, жрачки у нас много. Честно говоря, нам не помешают помощники. Летом я работал на козьей ферме. Реальный гоут. Здорово, все пригодится. Мама вела Дирана на ферме, сколько я себя помню, но сейчас становится... Ты думаешь, меня можешь просто так послать? Черт, ложись, ёпта. Что там происходит? Опа, бандиты! Вы с Гарри все время устраиваете, чертовы бандиты! Кто? Эти люди похожи на тех, которые на нас напали, успокойся. Кто они? Тихо. Уроды поганые, вот они кто. Их только двое, о нет. Знаешь что? Мы их всех съели, ну и черт побери, что ты сделаешь? Не беспокойся, мы с Дэнни прикроем вас, если что-то случится. Давайте просто подождем, может они уйдут. Давайте их вальнем. Пошел ты, ковбой! О, он один остался, кстати. Пошел ты! Пошел ты нахер! Ё-моё, козел! Ковбой! Мир здесь полетел в тартарары. Идемте, возвращаемся до фермы, там безопасно. Так давайте кукнем его, да и все. Надо было облутать вот этого чела. У него там ган был, у него арбалет. А чел просто с дробовика его вальнул и ушел с дробовиком. Конечно, неправильно. Че, еще одна ферма, еще один старик Хершел, с которым нам придется поговорить. Вот и она. Ферма семьи Сент-Джон. Это Дикон Сент-Джон, тот самый Бикер. Сами видите, как мы поддерживаем безопасность. Забор их сдерживает? Еще как. Жарят ходящих, как электрическая мухобойка. Мы подаем на него 4000 вольт с помощью генераторов и усилителей. Наверное, это много. Сент-Джон. Ферма. Нифига, нормальная ферма у пацанов. Я, конечно, зря на них быканул. У вас несчастные случаи бывали? Бывали несчастные случаи? Не было. Здесь безопаснее, чем там. Место кажется нетронутым. Не подумай, что остальной мир лежит в руинах. Поэтому и возимся с электричеством. Я так и думала, что вы идете с компанией по дорожке. Ребята, это наша мамка. Я Бренда Сент-Джон, добро пожаловать. Это Ли, он из Мейкона. Несколько наших рабочих были из Мейкона. Оттуда рабочие хорошие. Че, еще одна расистка? Еще несколько их друзей становилось в старом моменте. Это место совсем не защищено, вашу группу возглавляет кто-то с опытом выживания. Это я. Это я, пацаны. У меня все под контролем. Все, я, короче, захватываю власть, пацаны. Надеюсь... Ты знаешь, что делаешь. Место не так безопасно, как здесь. Теперь мы здесь и позаботимся о том, чтобы вы были в безопасности и комфорте. Так. Короче, мы принесли вам Бенз. Спасибо, что нас приняли. Мы пришли с добрыми намерениями и принесли Бенз. Мы все невероятно голодны. Вот вам всем. Готовила сегодня утром. Булки? Замечательно. Больше такой не приготовить. Разве что есть корова, дающая молоко и масло. Верно. Надеюсь, Мейбелл справится со своей хворью и еще долго пробудет с нами. А, это коровка. Хорошо. Ваша корова больна? Что с ней? У нас есть ветеринар. Можем привезти ее сюда.
Могли бы вам помочь? Ветеринар? О, боже. Бог услышал наши молитвы. Может, вся наша группа могла бы зайти на денек хотя бы? Как вам такой план? Вы сходите за своим ветеринаром? А я приготовлю вам обед, настоящий пир для вас. Голодные бедняги. Было бы здорово, если бы здесь снова появились помощники. Дэнни, почему бы тебе не помочь на кухне? Слушайте, нормальные ребята вроде. Почему бы мне назад не отправиться с едой? Может, захочешь кого-нибудь с собой взять? Помните, дороги могут быть опасны. Я могу о себе позаботиться. Возьми Ган. Почему бы вам не взять с собой Бена? Будь осторожен, Ли. Да ты попробуй только к Бену подкати, слышишь? Ладно, все, идите. Все нормально. Марк, Ли, можете осмотреться, когда вы устроитесь. Мне не помешает помощь с восстановлением периметра. Есть проблемы? Иногда мертвецы, прежде чем изжариться, умудряются повиснуть на заборе или свалить столб. Будет очень, если вы двое поможете обойти периметр. Можете кое-что узнать о нашем заборе? Я заправлю генераторы, пока топливо не кончилось. Придете за мной, когда будете готовы. Еще как. Место классное, тут есть жрачка-забор. Ё-моё, этот забор. Если мы правильно разыграем картишки, это может быть место, где мы сможем остаться. Так как ты... Как хочешь это разыграть? Так, давай-ка убедимся, что здесь безопасно. Прежде чем ввести сюда всех пацанов, мы должны узнать, что тут безопасно, как они говорят. Верно. Очевидно, они думают, что тут безопасно. Но безопасно ли для детей? Я заметил сломанные качели. Не бог весть что, но есть и другие нерабочие вещи, которые мы не видели. Проверка — это способный способ изучить их защиту. Я буду настороже, ты постарайся выведать у Энди все, что можно. Хорош, Сент-Джон. Давай, Марк. Мы с тобой сегодня похавали, так что мы можем еще весь день разбираться с этим дерьмом. Че у нас тут по периметру, мужики? Это кто? Энди. Че ты там, заправил генератор? А? Здорово. Привет. Я рад, что вы решили нам помочь, пацаны. Я заметил еще в мотеле, что вы хорошо вооружены. Собираете оружие, ганы, да? Да блин. С нами никто не шутит, вот так вот. Если кто-то надумает шутки шутить, пожалеет. Защищать своих важно. По моему опыту, люди становятся опасными, когда под рукой много оружия. И что, он думает, что я опасный или что? Мы у вас первые гости? Мы же не первые люди, кого вы пригласили на ферму. Нет, у нас были такие сделки с другими людьми. Мы меняли бензин на еду, но в конце концов они уходили. Искать тех, с кем потеряли связь. Так. Вы выяснили, что другие выжившие остались на ферме. Так, короче, давай обезопасим периметр. Мы с Марком займемся этим прямо сейчас. Хорошо, забор останавливает ходячего за 3-4 секунды. Если не убрать скелеты, наступит перегрузка. Мы с Марком можем сами почистить забор, если ты хочешь остаться здесь и закончить с генераторами. Было бы здорово. Я отключу северо-западную часть, а вы, ребята, очень поможете, если их поснимаете и поищите слабые места. Вроде достаточно просто. Будьте внимательны, всякое бывает. Да вообще не вопрос. Как говорится, пон. Все, пацаны, сейчас, короче, зачистим заборы, и все будет нормально. Я надеюсь, у Карли все в порядке. Не, ну, это я так просто позаботиться. Че, кого нормально? Че, Марк заметил что-нибудь там, не? Как тебе это место? Тут вроде достаточно безопасно, чтобы тут остаться. Это чудо, которое сделали они с фермой. Давай-ка сначала посмотрим все, что требуется, чтобы починить забор. Не дождусь, когда все здесь будут. Все, кроме Ларри. Какого черта тебе понадобилось сказать ему, что я его подумал, что он расист? Да у меня вырвалось. Ты же ему сам это в лицо сказал. Он настоящий кусок говна. Вот кто он такой. Расслабься. Ты совсем не кстати его раздракониваешь. Так он первый начал, дядя. Ворон покушал. Вот один. Уделали пацана лучники. Фу. Надо его, это, топором толкнуть. Ли, он мертв. Давай-ка его столкнем. А чё стрела тут делает? Дай-ка сюда. Да забери ты стрелу у него. Отвратительно. Так. Осмотреть свет. Толкнуть. Погоди, погоди. А меня за борт-то не шуранет никак? А, ну мы его топориком сейчас оттолкнем и нормально будет. Все, минус один. Ладно, думаю, их тут еще многовато. Когда заделаем забор, это место будет крепостью.
Представить, что больше не нужно беспокоиться о ходячих. Ага, пока у вас бензин есть, пацаны. Он бесполезен без бензина. Нам нужна еда, а Сент-Джонам нужен бензин. Сейчас водителей мало ли. Мы запросто можем набрать бензина на год вперед. Что думаешь о братьях? Кажется, они неплохо занимаются этим местом. Так, мы можем захватить это место, если придется. У нас достаточно людей, чтобы захватить это место силой, если придется. Ли, ты говоришь прям как Кенни. Another one. Еще один, пацаны. Еще одного приволокло. А вот тут забор помотало. Толкнуть. Я надеюсь, он не встанет? Все, пошел нафиг. Во, вот так и сиди. Оттягай-ка. Так, руки. Ручки, ручки, ручки. Где же ваши ручки? Все, отлетели. К запаху не привыкнуть, да? Не. Ладно, продвигаемся дальше. Такие две руки. Господи, я не могу перестать думать об ужине. Спасибо, что дал мне ранее поесть. Нелегко есть при детях, но только это держит меня сейчас на ногах. Да они тоже пожирали. И я тоже похавал. Так, мы попросим еще что-нибудь поесть. Ладно, я могу собраться. Вон еще валяется. И вон трактор для нашего бригадира стоит. Этот, наверное, повалил столб, когда пытался пройти. Как хорошо, что он запутался. Помоги его поставить на место, чтобы мы могли сняли этого мистера шашлыка. Думаю, с другой стороны рычаг получится лучше. Я надеюсь, никто там никого не кокнет. Так, короче, давай. Смотреть зомби. Пофиг на этого зомби. Пусть валяется. Ага, и сейчас забор включат эти пацаны, и мы не перелезем, да? Ну, вроде мирная музычка. Ничего не должно произойти, наверное, плохого. Ой, я же говорю... Забор включен. Какого черта он включил забор? Он знает, что мы здесь. Опа! Марк, ты че? Я же говорил, что будет, сукин ты сын. Что за... к воротам, пацаны. Блин, лучники атакуют. За вороты, козлы, господи. Что происходит? Пацаны, кто там стреляет? У нас был договор. Теперь вам крышка. Это вообще кто такие? Понятия не имею. Черт, ты че теперь? Пока включен забор, эти ворота наш единственный выход. Вы решили с нами шутки шутить? Теперь мы заберем все, что захотим. Да похер, короче. Так, двигаем трактор. За трактором! Двигай трактор, Марк. Это все, что у нас остается. Попытайся их выманить. Вы что творите? Мы же договаривались. Двигай. Дайте нам еду. А, они еду не дали пацанам? Ручку дерни. Тихо, тихо, тихо. Быстрее он тебя увидит. А сзади что? Блин, трактор обстреливает, пацаны. Одного я уже подстрелил. А, ручник, тормоз снимай. А, это плуг. Подняли плуг, вы не сможете вечно прятаться. Слышите, лучники, идите в очко. Мы продвигаемся. Марк, поехали. Че не едет-то, алё? Да что там происходит? Что-то еще мешает. Там что, спереди подпорка? Блин, там кто-то кирпич положил. Прям как в мафии первой. Все, поехали. Давай, если доберемся до ворот, сможем пройти. Все, двигаемся. Используем трактор в качестве прикрытия. Прям как за танками двигаемся. Все, поперли. У нас был договор. Нету никакого договора, я ни с кем не договаривался, пацаны. Вопросы не ко мне, слышите, бандиты дырявые. Блин, в трупачок уперлись. Блин, на одной паскудой подпороли. Так, сейчас мы, короче, уберем его. Сейчас. Труп двигай. Блин, пацаны, слишком много стрел. Они нам пригодятся еще. Все, погнали. А как же наш уговор? Они нас что, не могут вообще обойти, типа, стороной? Блин, еще один трупак, да сколько же их? Еще один. Сколько мы их сняли уже здесь? Да вообще пофиг, Марк, давай, работаем. А, у него ранение стрелой. Так, ой, ёпта, пацаны, Марк, помоги! ПЖ! Да пошел ты нахрен! Да блин, ковбой, отстань от меня! Ля, он меня куснуть хочет! Нахрен! Блин, пол торса пацану оторвали. Ну это реально безумие, какого-то надо его под забор кинуть. Ты в порядке? Да, все нормально. Идем. Он сзади нас ползет. Да отстрелите его кто-нибудь, он меня сейчас за очко схватит. Ля. Ой-ой-ой. Все, нормально, сбежали. Прямо в хэд попали. Красава, пацаны, спасибо. Они удирают, давай выбираться. Бежим. Выбиваю двери с ноги. Вам повезло, сукины дети, давайте, удирайте. Мы никуда не денемся. Вы чё, паскуды, блин, что там происходит?
Они что, кому-то жрачку не дали? Может, они киданули кого-то? Пацаны нас подстрелили. Ли, что случилось? Электрический забор включился. Какие-то люди напали на нас из леса, и мы оказались в ловушке между ними и забором. Кто из вас забор включил, балбесы? Твою мать, ты в порядке? Я услышал крик Марка и подумал, что все в порядке, это сигнал мне. Мне очень жаль. О, боже, что случилось, милый? Ага. А забор не раньше включился, пацаны? Я буду в порядке, когда ее вынут. Как же чертовски болит. Это эти балбесы сами в забор включили. Марк, господи, что случилось? С него попали стрелой. Ты справишься? Да, в порядке. Просто нужно ее вытащить. О, нет, милый. Бренда о тебе позаботится. Иди внутрь. Мы тебе поможем. Эти балбесы, забор сначала включился, а потом Марка подстрелили. Что это за херня? По пути сюда мы наткнулись на каких-то людей, наверное, это бандиты. Я думаю, они на нас напали. Вначале они нам создавали много проблем, убили много наших рабочих. Мы их остановили, заключив с ними сделку. Вы знали об этих людях? Еда за защиту. У нас не было особого выбора. Но они перестали нас доставать. Черт. Карли сказал, это место совершенно надежное. Так. Вот и все твое понимание. Вот и весь ваш уговор. Эти уговоры нарушили наш уговор. Прости, Ли. Если б не только в голову пришло, что вы попадете в беду, мы бы пошли туда с вами. Кого ты, блин, ты не слышал, что они орали там на полфирмы? Послушайте, у нас был уговор, мы это не потерпим. Мы это не спустим этим пацанам. Вы знаете, где эти уроды? Их трудно застать на месте. Но я думаю, я знаю, где находится один их лагерь. Когда будете готовы осмотреть лагерь бандитов поближе, зайдите к нам. Это вообще не вопрос. Бандиты, вы серьезны? Место небезопасно, мы не можем здесь оставаться. Место гораздо безопаснее мотеля. Думаю, мы со стволами как-нибудь справимся. С придурками, с луками и стрелами. Нам обязательно надо найти способ доставить сюда группу. Захватить это место, если придется. Остынь, чуток, Рэмбо. Это хорошие люди, только ведите себя так, чтобы не выперли нас раньше, чем мы поедим. Отправлюсь туда и помогу Дэну с бандитами. А вы в мое отсутствие постарайтесь подружиться с Брендой. Это просто. У меня очарование из всех щелей прет. Да, это прелестно, батя. Да-да, батя, иди-ка ты нахрен. Где Бен и Карли? Поскольку Карли и Бен немного перекусили, пока шли за нами, она решила остаться и присмотреть за мотелем, пока мы не вернемся. Чего они там базарят, эти штрихи? Это они забор включили. Я запомнил, что видел в вашей группе детей, поэтому я отремонтировал качели, пока вас не было. Детям нравятся качели. Я люблю качели. Прям как у меня дома. Давай, Дак, погнали. Почему бы вам не покататься? Да, ура. Спасибо, всегда пожалуйста. Мы о вас позаботимся. Что-то я тебе не верю, дядя, после того, как вы забор подрубили. Не знаю, не знаю. А смотреть канистр, что тут кого? Они бензин повсюду хранят. Такого подорвать можно, алё. Осмотреть выход. Чё там, кого? Где корова ваша? Сразу видно, что они это сами строили. Да это самопал. Ворота. Ну-ка, пойдём-ка. Чё там, кого? Дверь сарая. Девочка Рая. Ну-ка, сейчас посмотрим. Если для всех не хватит места в доме, несколько человек могут по очереди ночевать здесь. Так ты открой дверь. Если не хватит места, ну ладно. Так, здорово, пацаны, чё вы там, кого трётесь? Чё вы там, договариваетесь? Ребята, как ты, Ли? Мне очень жаль, что тебя чуть не убили. Нам надо было тебе сказать, как это опасно. Да ну нафиг. Видели, что они сделали с вашим товарищем? Никто не будет в безопасности, пока мы не начнем отбиваться. Как? Мы должны сходить вдвоем на разведку, затем мы все соберемся и отомстим. Черт, да? Кто, черт побери, эти люди в лесу? Мы не знаем. Мы думаем, что некоторые из них работали в огромном магазине у дороги. Безопасные лоты какие-то. В любом случае, они все психи, они сходят с ума, когда голодные. Так ты готов отправиться на поиски их лагеря? Блин, а что там кого? Че, прям мы сейчас пойдем, что ли, в лагерь? Ты погоди, не сейчас. Отправимся через несколько минут. Надо кое-что проверить, пока мы не ушли. Конечно, это понятно. Обсуди со своей группой и приходи к нам, когда будешь готов. Я это сделаю. Да мы найдем этих дырявых бандитов. Вообще пофиг на них. Так, дети, веселитесь. Кенни, здорово. Чё, как дела? Сейчас мы с ним побазарим немного. Чё ты где обходишь, блин? Почему так странно-то? А, вот, с другой стороны надо подойти побазарить. Эй.
Ли, нашел что-нибудь интересное? Я просто пытаюсь убедиться, что здесь безопасно. На случай, если мы решим остаться здесь надолго. Если не считать людей в лесу, здесь вроде как безопасно. Такое, знаете, я что-то не особо доверяю этим штрихам, но мы сюда уже всех людей приперли. Короче, ладно. Погнали отсюда. Пойду осмотрюсь. Не откладывая надолго осмотр лагеря бандитов, это хорошая возможность узнать больше о Сент-Джонах и их отношениях с этими бандитами или кто они там. Верно, я постараюсь что-нибудь выяснить. Короче, что-то у нас тут, по-моему, 45 минут набралось. Давайте здесь тормознемся и дальше мы выясним, что там с этими бандитами, ребятки. Давайте здесь тогда прервем наш летсплейчик. Все, ребятки, давайте, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заходите в Дискорд, оставляйте комментарии. Увидимся в следующей серии. Всем пока.